Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу показать вам, как вы можете заработать деньги при помощи биткоин. И не просто заработать, а заработать без вложений, без единого цента вложения. Но для начала я хочу показать вам, что такое биткоин. Что такое биткоин? Биткоин – это первая децентрализованная цифровая валюта. Биткоин – это цифровые монетки, которые вы можете отправить через интернет. В сравнении с другими валютами, у биткоинов есть ряд преимуществ. Биткоины передаются непосредственно от человека к человеку через сеть, минуя банк или процессинговый центр. Это означает маленькие комиссии, вы можете использовать биткоины в любой стране, ваш счет не может быть заморожен и отсутствуют какие-либо обязательные условия или другие ограничения. Давайте посмотрим, как это работает. Биткоины генерируются в интернете каждым, кто запустит бесплатное приложение, называемое генератором биткоинов. Генерирование требует от компьютера выполнить определенную работу с каждым блоком монет. Этот объем регулируется автоматически сетью так, что всегда создается ограниченное и предсказуемое число биткоинов. Ваши биткоины хранятся в вашем цифровом кошельке, который наверняка вам знаком, если вы пользовались интернет-банкингом. Когда вы передаете биткоины, к ним добавляется цифровая подпись. Спустя несколько минут транзакции подтверждаются генераторами и навсегда анонимно сохраняются в сети. Программное обеспечение для работы с биткоинами имеет открытый исходный код, и любой может изучить его. Биткоин меняет финансы так же, как интернет изменил новости и печать. Если каждому доступен мировой рынок, то побеждают все. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как биткоины используются уже сегодня. Вы можете купить видеоигры, подарки, книги, серверы и носки из альпаки. Существует несколько валютных бирж, где вы можете торговать биткоинами за доллары, евро и так далее. Биткоины – это отличный способ для малого бизнеса и фрилансеров выделиться. Ничего не стоит начать их прием, здесь нет возвратов и процентов за транзакцию, и вы получаете дополнительные заказы благодаря участию в биткоин-экономике. Чтобы получить больше информации и ваши первые биткоины, посетите для российских пользователей btcx.com. Ну а теперь давайте рассмотрим на примере, сколько стоит на сегодняшний день один биткоин. Сегодня у нас 6 апреля 2014 года. И на вашем экране вы видите обменник под названием BestChange. Это онлайн обменник, в котором вы можете менять валюты с одного кошелька на другого. Здесь мы видим с левой стороны в столбике Bitcoins. И в правом столбике мы можем выбрать обменник, на который мы бы хотели перевести. Возьмем, например, Яндекс.Деньги. Один биткоин в Яндекс.Деньги стоит на сегодняшний день 16 тысяч рублей. Или возьмем Perfect Money, так как многие тоже используют Perfect Money на сегодняшний день. Один биткоин на Perfect Money стоит на сегодняшний день 443 доллара. В первую очередь нам нужно создать кошелек, на котором мы будем получать наши заработанные биткоины. Займет это не больше минуты. Для этого мы проходим на сайт blockchain.ru. Ссылочку на который вы найдете под этим видео, так же как и на все остальные страницы, используемые в этом ролике. Выбираем язык нашей страны, нажимаем кнопку «Кошелек», «Создать новый кошелек». Заполняем форму, адрес почты не обязательно. Главное – пароль, который должен состоять не менее чем из 10 символов. Вводим капчу. Нажимаем «Продолжить». И получаем сообщение, что наш кошелек создан. Нажимаем дальше на кнопочку «Продолжить». И наш кошелек создан. Теперь важно сделать наш номер, логин для кошелька. Обязательно скопировать. Открыть новый текстовый документ. Вставить его и сохранить. А лучше всего распечатать. И где-нибудь положить, чтобы он никогда не потерялся. Так как биткоины это валюта абсолютно анонимная и позже не будет возможности восстановления пароля. Так что, пожалуйста, запишите ваш логин для кошелька и пароль. Не забудьте это. После этого задаем еще раз наш пароль, который должен составить, как я уже сказал, не менее чем из 10 символов. Нажимаем на кнопочку «Войти». Все, наш кошелек готов. И вот это наш номер кошелька. Ну а теперь начинается самое интересное. Чтобы заработать наши первые биткоины, мы проходим на сайт FreeBitcoin. И в первую очередь нам нужно зарегистрироваться. Регистрация проходит буквально 10 секунд. Для этого нам нужно в верхнее поле задать наш кошелек. Мы его копируем. Вставляем в верхнее поле. Здесь мы задаем пароль.
не пароль от кошелька, а придумайте какой-нибудь другой пароль. Здесь ему даже не надо быть 10 символов. Я все равно делаю 10, это мой пароль. И после этого нажимаем «Войти» или «Зарегистрироваться». Адрес почты, как я говорил, не обязательно. После этого открывается наш профиль, где мы можем начинать зарабатывать наши первые биткоины. В верхнем правом углу мы видим наш баланс. На данный момент он по нулям. Не пугайтесь, столько много нулей, я объясню. Вы прекрасно знаете, что рубль разбит на копейки, евро на центы, так же как и доллар. Так вот, биткоин также разбит, но его центы или копейки называются сатоши. Так вот, на этом сайте мы можем каждый час выигрывать сатоши. Минимально 442 в час, максимально 0,4 биткоина. Что это значит? Как мы помним, один биткоин стоит 16 тысяч рублей или 430 долларов. Так вот, есть шанс на этом сайте каждый час выиграть около 200 долларов в час. Каким способом? Для этого нам просто нужно задать капчу, положенное для этого поле. Если капчу вы не можете прочитать, кнопочкой «Показать другую картинку» вы можете ее поменять. И менять до тех пор, пока не выйдет та, которую вы уверены, что можете ее прочитать. После этого мы задаем капчу. И нажимаем кнопочку «Роль». Выпадает число 1590. Мы только что выиграли 438 сатоши, которые сразу же появились у нас на балансе. И это вы можете делать каждый час. Теперь идем дальше. Если кому-то неохота ждать час, он может нажать на кнопочку «Multiplay Bitcoin». Этот раздел для азартных, которые хотели бы приумножить свои сатоши как можно быстрее, буквально в секундном такте. Здесь у нас простая рулетка. В этом поле мы можем выбирать ставку, на которую мы бы хотели играть. На данный момент у нас 438 сатоши. Мы попробуем моль поставить 100. И снизу мы видим две кнопочки. Bet High и Bet Low. Значит, если мы нажмем на кнопочку Bet High и выпадет число выше, чем 5250, мы получаем 100 сатоши. Если мы нажмем на кнопочку Low, и число выпадет меньше 4750, мы также получим 100 сатоши. Здесь мы можем менять, во сколько раз больше мы можем выиграть. Но и числа тоже меняются. Значит, если мы хотим ставку увеличить, не ставку, а выигрыш увеличить в 10 раз, значит, при нажатии Bet High должно выпасть число больше 9050, так же как при Bet Low, ниже чем 950. Мы сейчас это продемонстрируем. Мы возьмем нормальную двойную ставку. Я поставил 100 сатоши. Нажимаем на Bet High. Значит, если число выпадет больше, чем 5250, я выиграю 100 сатоши, и они появятся автоматически у меня на балансе. Или стянутся, если я проиграю. Я выиграл. У меня теперь 538. Теперь попробуем на Bet Low. Я проиграл. Сделаем еще раз Bet Low. Я снова выиграл. Bet High, проиграл и так далее. Значит, здесь вы можете играть сколько вам угодно, пока у вас есть баланс. Это для тех, кто не хочет ждать целый час. Ну а теперь будет еще интереснее. На этом сайте есть партнерская программа. Что такое партнерская программа, я думаю, знает каждый. В верхнем поле мы видим реферальную ссылочку, пройдя по которой человек попадает на этот сайт, регистрируется под вами, попадает в список ваших рефералов. Здесь мы этот списочек видим. И каждый час, когда крутит он, 50% комиссии его выигрыша падает вам. Крутанул он на 500 сатоши, вам упало 250, ему 500. Крутанул он на пол биткоина, соответственно, вам упало четверть биткоина, ему половина биткоина. Выплаты производятся каждый понедельник. Здесь мы видим счетчик, когда будет следующая выплата. Это значит, что каждый понедельник ваш баланс будет на нуле, и весь баланс переводится на ваш кошелек. На данный момент я много страниц просмотрел о заработке биткоинов.
На данный момент это лучшая страница, на которой вы можете заработать биткоины, не инвестировав ни одного цента, и с такой возможностью, что можно выиграть около $200 в час. На данный момент страниц лучше нету. Тем более, если вы еще найдете людей, которые под вами зарегистрируются, ваши шансы с каждым человеком, ваши шансы повышаются все больше и больше. Это во-первых. Во-вторых, под видео вы увидите все ссылочки, которые используются в этом видео. Плюс я буду обновлять комментарии к этому видео, не комментарии, а описание. И если я найду еще какие-то хорошие страницы, эти страницы будут появляться в описании видео. Ну, с моей стороны я закончил. Если у вас какие-то вопросы, вы можете смело стучаться в Skype. Помогу, отвечу. Все, пока, удачи!